В общем, мы на гору не поднимаемся, идем по склону. Он у нас должен быть с правой стороны. Как он закончится, идти по прямой, начнет поворачивать направо склон и закругляться направо. Там делаем поворот. На 280. Танк, танк. Нет, нигде, нигде. 200. Метров 200. За горой. А у нас есть чем? 308. На нас уходит. По-моему, не на нас. Ну там у Хьюмана тревога, они там залегли все. Может, не танк, а машина, которая... Однозначно, гусеница, гусеница, однозначно. На 72, однозначно. Надо метку поставить. Да, примерно метку. Он удаляется от нас. Он на юг смещается, 270. На запад. Давайте, что ли, дальше пройдем, что-то. Лежать. Давайте по склону. Так же 260. Вернее, нет. 200. Танка может быть прикрытие. А, ну у него есть прикрытие. Да он один рандомит тут наверняка. Не думаю, что он бы стал рандомить против кучи подвижной. А у нас так и я не понял, у вас есть вообще чем его ковырять? Одна... У одного 18-я муха была вроде как. Черная каска у кого? У нас таких не было, по-моему. Убило. На сколько? На вершине он был, с вершины спускался. Еще дальше побежать по склону быстрее, чтобы они... Вперед дальше? Да, там есть камень на западе. У нас домик, наверное. Там можно выйти будет на вершину, посмотреть оттуда. Да, назад, вижу, на, вижу там... камень. Кто будет вылазить? Давай я. Я на другой стороне камня. Возьми на камень залез. На север. Назад. Что у нас? У нас доник не отвечает по своей КВ. Ну, может, далеко, он же там переплывает к складке и тому подобное. Не, ну все равно должен какое-то шипение в ответ. Нет, не обязательно. Пашка, ты не такая ошибочка? Кстати, как по денег-то выглядит? Часов все-таки, да? Черная краска. И черная разгрузка. Тогда непонятно. Мы движемся или стоим? Стоим возле большого камня. Перегруз со мной стоит. Я пройду на это, на юго-запад. Ну что, там видно что-нибудь? Кто-нибудь смотрел сверху? На севере я смотрю, никого нет. Я почти на вершине также никого не вижу. Вот кто-то поставил на нас метку, в общей сейчас было. Да.
Из наших. Это зря, надо отсюда сниматься, нам отдали метку. Вряд ли. Ну пошли. Это товарищ Макрек. Я сечу. Или можем отойти, можем немножко отойти, занять выгодную позицию и как засаду использовать. Мы вы узнаете, на... что Макрек накосячил. Общий канал поставил метку на нас. Противник знает, что мы здесь. Ну давайте думать сейчас быстрее. Мы засаду делаем или уходим вообще? Идемте на запад, на запад, на запад. Смещаемся так. Да, на запад. Лучше не разжигаться особо, то друг друга перестреляем, кто-то уже вперед выжилась, смотри. Ну вместе идем вперед. Елки ветка как лежит человек. Надо вообще печально на себе кажется. Почему такой перегруз-то? Короче, дойдем до дороги, у нас с левой стороны будет извилистая дорога грунтовая, и как раз дальше будет город. Если назад могу идти сейчас так же. Нам сборку надо где-то делать. Хотя здесь все вроде как относительно. Да все реально рассредоточены. Да нет, 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 человеков 5 здесь я вижу. Идет вместе с ним. Здесь, да. Здесь это Браво канал, КВшка Браво, здесь нет подлинок. Вы-то Альфа, чё нам стоять еще на своей позиции, нет? Мы выдвигаем. Окей, мы тогда тоже, да? Да. Окей. Кто-то впереди в кустах стоит. Посмотри. По какому лазеру мы тут бежим? Так странно, чуваки, которые бежали на горке, они, получается, к Альфе могли выйти? Да, могли. Ну вот сейчас Химон выходил на КВшку, это он был, скорее всего. Я понял, но странно, что они ничего не увидели, не услышали, а спокойно так предлагают дальше. Да может там все с колонок играют, ни хрена не слышат. Может они сами и были? Даже не поняли, что их убивать начали. Гора пошла вниз по склону резко. Аркадий, дистанцию побольше сделай, не беги за мной прям вплотную. Давайте придем. Хорошо. Так, на склоне. Так, вижу дорогу, но это асфальтировано. Значит, мы уже почти рядом. Я визуально пока не вижу бок. Короче, резко идет уклон. Я остановку сделал, пока здесь стоим. Ищем сейчас визуально блокпост сначала. Потом уже будем атаковать вот с этой позиции. Да, я знаю, но я пока визуально не вижу. По азиму, по какому бежим? Мы остановились на горке. Ну, 270 остановили. 260, 270, 280, вот так вот. Не забывайте штаб подойти. Пипец, перегруз, не могу догнать вас. Кстати, нам краб поставил мне. Пускай этим кальфу.
Пока стоим, я чуть-чуть вперед пройду, посмотрю, спущусь вниз, чтобы елки крону не закрывал. Пока стойте здесь. Танк слышу. На базе, на ихнем, в триггере. Я тоже. А база на сколько базе? 300 примерно от нас. Да, подождаю, танк слышу. Так, вижу постройки, да. Наши позиции 300, правильно. Позади стрельба какая-то. Танк начал движение. А мы на склоне, который к нему обращен. Да. Да я свернулся, все, я вернулся назад. Если есть снайперка или пулемет, можно работать по укрепрайону. 290 озера. Пока не отсвечиваем, пусть он уезжает куда хочет. Мысль, что с этой позиции прям хорошо можем зайти, здесь кон идет, 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 а там потом уже ажбинка, и мы будем снизу вверх работать. Если пройдем, конечно. В нашу сторону там же. Нам надо задание ждать, мы сейчас одиночка здесь пойдем, ляжем. Во-во-во-во, едет, едет, русский нас пускает. Семьдесят двойка? Да. Это он стреляет, а он уехал направо, в сторону, видимо, Альфа. Теперь ответка пошла. Слушайте, у меня сейчас вариант. Мы зайдем слева, сделаем на быстрый бросок на 220, потом резкий поворот направо под 90 и в базу зайдем, пока они туда отвлеклись. Давайте. На 220 будем. Я слева по блокпорту 220. Сзади, сзади. Сзади калаш? Да, да. Так, отмена тогда. Калаш чистит. Там двое, 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 двое. Одного убил, одного убил. Там сразу. Это. Назор. Давай, заходи. Там тут ранен, я чувствую. Там душит, он такой. Человек с трубой с нами еще или уже не с нами? Не знаю. Там был какой-то огонь, кого-то больной. Так, я на перекрестке, здесь крышка. Паш. Одного убил. У нас позади. А это, походу, там только двое было. Труп, труп под елкой, враг? Там, да, труп. Убил он счет. Там гранит, я дым вижу. Так, первого, который убил картошку, по-моему, да? Да, я подогнал. Блин, какой-то сзади подошел масленок, не понял, что это такой. Живой. Ты убил его? Да. Он по мне стреляет, но он косой, мне повезло. Он бы меня просто застрелил бы. У него труба есть, у него труба есть. Бери, я лечусь. Так, он подхожу, не снимешь мне. Еще какой-то калаш. Я стреляю, я убил еще. Уже чет.
Так, ну значит сидим здесь пока, ловим этих маслят. GPS есть, спасибо. Винтик хорошо. Так, РПГ-ку может отдать кому, потому что я тоже ее промахнусь. Ну давай мне. Я на трубе здесь. Иду, иду. А вы, у нас нет РПГ. Ты ее под елку кинул, зачем? Ее можно взять. Придется потащиться только. Ну, щит будет. Щит там точно. Взял, все, можно поднять. Я взял. Беру, беру. Альфа, у тебя на базе. Давай. Нормально. Да? Че, на базу идем? Проверь, может нам пускать? Надо полутать мне этих танков, которых я убил. Как там РПГ или рация у них молчит? Я не знаю, где они, поэтому... Я, нет, я про себя говорю, я пошел, я... Понял. О! Все свои, ебать. Короче, все враги в черных касках. Да, в черных касках, они такой разгрузки и в черных касках. Понятно. Махно! Чешот изи.